Как переехать в США через Мексику с маленьким ребенком? Почему я решилась на этот шаг и уехала из Кыргызстана? Как сложилась моя судьба в Америке? Меня зовут Айнура, мне 33 года, я переехала в США через Тихуана вместе с маленькой дочкой несколько месяцев назад и живу в Нью-Йорке. Мы собрали все отснятые видеоматериалы Айнуры в один плейлист. Ссылка будет в конце этого видео. Если вы хотите переехать в США так же, как и я, очень рекомендую посмотреть и подписаться на наш YouTube-канал. Всем удачи в эмиграции!